Сейчас мы поедем, посмотрим, что есть интересное в этом отеле. Там есть какой-то спа-центр. Сейчас посмотрим. Идем, идем. Сюда. Такое какое-то расслабляющее место. Диана, это что такое? Соль? Вкусно? Диана расстроилась, потеряла маму. Где здесь? Сама Диана не хочет ходить. Наверное, побоится еще немножко. Кто живет здесь? Здесь живут маленькие рыбки. Диана. Мама! Рома, Диана хочет тебе рыбки показать. Это нельзя трогать, она может за ручку. Идем дальше смотреть. Что здесь еще есть? Вот это. Ага, это парикмахерская, маникюр, прически. О, какой коридорчик. Длинный. Такие вот камушки для красоты. Кому красота, а кому игра. Так, вот это, скорее всего, бассейн. Пойдем? Ух ты, бассейн! Ничего себе! Сколько тут народа купается уже. Скажи классно, Диан. Это да. Молодец. Нравится? Почему вставать так это? Вы его снегали потом. А это такие вазочки здесь красивые, большие. Вазочка выше Дианы. Диана. Сейчас в вазочке придет конец. Что ты там нашла? Что ты там нашла, Диана? Все. Здесь выход на улицу. Диана, что там? А что ты там увидела? Что там? Ну, давай посмотрим вместе, давай. Что видит Диана? Давай посмотрим. Город и море далеко-далеко. Да? Нет? Не хватит, чтобы мы смотрели? Домик там? Да? Да. Здесь еще стоят вот такие какие-то царские кроватки. Кроватки для принцесс. Диана. Папа поможет Диане разуться. Диана ходит по дорожке из камней. Приятно? Да. Эта дорожка очень полезная. Да. Даже есть отдельные коврички, которые можно купить. Да. Выстеленные вот такие вот с камушков. Что, больше не хочешь ходить? Иди сюда. Сюда иди. Но долго по такой дорожке ходить не получается. Начинают болеть ножки. Большой джакузи. Покажем Диане. Я не понравилась. Здесь такая лошадка красивая есть. Диана, смотри, какая лошадка красивая. Видишь? Здесь какая-то интересная есть
комната. Там играет музыка. Сейчас посмотрим, что это такое. Ух ты, да, это тренажерный зал. Сейчас будем заниматься. Там еще есть для бокса. Диан, ты в тренажерный зал пришла? Будешь качать себе мышцы? Мячики там такие большие, да, ты нашла? Угу. Да, я вижу. Идем посмотрим еще, что есть. Идем? Ну, вся такая динамичная. Так, угу. Здесь столько всего. Вот такой вот тренажерный зал мы нашли еще. Диана качок. Диана ходит на беговой дорожке. Вот так занимаемся с ранних лет, правильно. Так, сейчас мы взвесимся. Диана весит 12 килограммов. А здесь мы играем мячиками. Беги, беги, Диана, играть, беги. Ой. Поисковая группа. Спрятался от вас котик, да, Диан? Спрятался. Сейчас у нас тихий час. Люси! Сейчас. Дианка, беги к нам. За заборчиком наш аквапарк. Мы туда еще не ходили, потому что был дождик. Надеемся, что в ближайшие дни погода исправится, и мы сможем туда пойти. А мы Диане купили сегодня красивую куколку здесь. Ляля. Ляля, да, давай покажем. Мы такую куколку купили. Диана сейчас смотрит этот мультик. Он ей нравится. Сейчас мы ее распечатаем. Нам еще в магазине сказали, что она должна пахнуть красиво. Эта куколка черничка. Распечатаем? Да. Давай. Так. Пахнет и правда. Какая классная куколка.
Вот такая черничка у нас красивая. У нее есть расческа. Держи пока расческу. А мама достанет черничку. Надо так достать. Вот такая черничка. Мы освободили ей ее красивые синие волосы. Теперь она совсем красотка. Диана ее уже расчесывает. У нее идет такой красивый синий ободочек с черничкой. Щелка такая вся залакированная. Ножки у нее двигаются. Тапочки можно снять. Такие красивые волосы, которые очень пахнут. Ням-ням. Вот такая куколка. На, Дианочка, будешь гулять. Диана, конечно же, заняла своим любимым делом снимать и одевать тапочки на куклу. Сейчас поможем Диане одеть тапочки на куклу. Так. Давай второй. Так. И второй одели. Чпок. Все. Ну, такая черничка, красоточка маленькая. Диана, привет! Давай будем дружить. Диана, ты будешь со мной дружить? Диана хочет положить черничку назад в коробочку. Ты ложишь ее с падки? А вот это вся серия куколок, которые есть из этого мультика. У нас такая вот черничка. Пока-пока, Диана! Mm-hmm.